Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят. Спасибо за внимание. Звонок. Скажите, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Да, чего тебе? Надю можно? А я так считаю, разлучи чем было, молчи. Что толку в плиту сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В плиту сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносов. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы! Я пробовал, как кошка садился перед закрытой дверью. И сидел. И в этом заключался и мой протест, и мое любопытство, и мое сидение, и мои попытки открыть, но в виде сидения. Упорное сидение перед закрытой дверью. Не скреблись.